Если вы, парни, всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить. Давайте, парни, навсегда дружить. Парни, парни, это в наших силах землю от пожара уберечь. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечных встреч. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, прошло во Дворце культуры имени Леонова. Всех мужчин поздравили с праздником первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск Лидия Кочергаева и председатель Совета депутатов Елена Белкина. В этот день зарайцы, задействованные во всех сферах деятельности, от руководителя до работников организаций и предприятий, получили заслуженные награды Министерства Московской области, главы округа и администрации муниципалитета. Продолжился праздник исполнением музыкальных и танцевальных номеров творческих коллективов Зарайска. Анастасия Булатова, Ольга Желудева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Кван», Зарайское кабельное телевидение.